Его нашли на улице, когда он участвовал в уличных боях. Сообщают о еще одном случае похищения человека. Жертвами в основном... Там были лучшие бойцы. И один из них должен был выиграть. И ты все испортил! Я думаю, всем страшно. Но что-то заставляет их не сдаваться. А что заставляет не сдаваться тебя? Ты ведь был мне как сын. А теперь ты проблема. И ты ведь знаешь, как я решаю проблемы. Этот последний ученик. Чарльз, ты это разберем. Индивидуальная подготовка. Ударный бой. Кто он? Решение приходит к нам, минуя разум, затрагивая чувства. И наоборот. Контракт стал обычным явлением в обществе. И данный фильм – это видение авторов одного из множеств вариантов последствий. Это временный договор между двумя сторонами. И часто победа достается темной стороне. Контракт в наше время определяет отношения между людьми. Зритель не найдет здесь привычного сценария. Такого сценария не должно быть по замыслу. Это фильм-послание к чувственному миру зрителя. За последний год повысилась усыновляемость юношей из детских домов. Сообщают о еще одном случае похищения человека. Жертвами в основном становятся юноши в возрасте от 16. Именно в районе этих улиц пропадают. Очевидцы утверждают, что видели несколько людей в костюмах. Много жалоб на бездействие полиции. Если кому что-либо известно о местонахождении этих людей, звоните по телефону. Мы будем держать вас в курсе событий. Push it, there's the right hand. When he pushes,
Еще раз, когда вы видели его последний раз? Он уехал по важным делам вчера. И он не сказал, куда? Чем он занимается? Где он работает? Если вы не будете сотрудничать с нами, то мы не сможем вам помочь найти вашего отца. На бой. Какой бой? Он помогает каким-то людям тренировать бойцов. Каким людям? Несколько лет назад они приходили к моему отцу. В то время мы сильно нуждались в деньгах. Зарплата отца едва хватала на проживание. Несмотря на это, я хотела поступить в престижный вуз. Так что можно сказать, что они пришли вовремя. Они предложили отцу работу, и он согласился. С тех пор мы не нуждаемся в деньгах. И в чем же заключалась его работа? Что вы так скоро перестали нуждаться в деньгах? Тренировка людей. Эти люди вошли в нашу жизнь так неожиданно. Он стал персональным тренером? В каком-то смысле, да. Только не каждому тренеру столько платят. И за все это время у вас не возникало никаких подозрений, вопросов? Только тренировка. Дальше они сами. Так они говорили ему. Да и сам он старался не лезть. Главное, что платили. Почему они выбрали именно его? Он стал скрытным. Старался много не говорить о работе. Когда я его расспрашивала, все, что он отвечал, мы тренируем людей с остальными тренерами. Но ведь он добился, чего хотел. Да, я уже закончил университет. У меня есть работа, поэтому отец решил завязать с этим. Уйти с высокооплачиваемой работы? Лучше работать на обычной работе, зная, что делаешь, чем наоборот. Он сказал, что закончит индивидуальную тренировку с последним человеком и уйдет. Просто, в отличие от остальных, этого попросили подготовить по особой программе. Так как скоро он должен был участвовать в важном бою, другие тренеры занимались остальными, а отец работал индивидуально с одним. Планировал завязать, но немного задержался. Да, может, они и привязались к друг другу. По крайней мере, они с моим отцом были похожи тем, что оба были довольно молчаливы. В общем, вчера был тот самый бой, для которого мой отец индивидуально готовил своего последнего ученика. Тот самый бой, после которого отец так и не вернулся. Этот последний ученик. Индивидуальная подготовка, важный бой. Кто он? Им бы следовало прибирать за собой, учитывая то, что здесь сейчас будет. Не волнуйся. Я уже расставил их как нужно. Как мне угодно. Как я хочу. А еще я хотел, чтобы ты проиграл. Но этот тренер больше мешал. Это ведь он тебя надоумил. Больше он никого тренировать не будет. Знаешь, сколько я потерял? Не знаешь. Там были лучшие бойцы. И один из них должен был выиграть. И ты все испортил! Извини, я на тебя кричу.
Я ведь не должен кричать на чемпиона. Аплодисменты чемпиону. Ты ведь был мне как сын. А теперь ты проблема. И ты ведь знаешь, как я решаю проблемы. Нервничаешь? Твой тренер тоже молчал перед смертью. Одежду. Ты полежи пока, а я сниму куртку, чтобы было удобно. Просто я думал, что мы все сделаем быстро и бесшумно. Но в глубине души я надеялся, что хоть с тобой мы сможем поиграть. Ты в порядке? Эй! А я уже думал, что зря снял куртку. Хозяин не хочет, чтобы я пачкал одежду. Он любит чистоту. Но в этой одежде мы с тобой сегодня сможем немного замараться. О, уже? Ну давай. Его нашли на улице.
заметили, когда он участвовал в уличных боях. Отец сказал, что должен знать про него все, если они хотели, чтобы он занялся его индивидуальной тренировкой. И они рассказали ему все, что знали. После очередной потасовки он израненный остался на улице под дождем, так как сил сопротивляться особо у него не было, они убедили его поехать с ним. Он был напуган, сторонился людей, ни с кем не разговаривал. И как и остальные, он стал жить там, где их всех тренировали. Я помню, как ты даже отец рассказывал, когда спросил его, как ему тут живется, он ответил, что удивительно, ведь из него так редко можно было вытянуть хотя бы одно слово. И что же он ответил? Он сказал терпимо, только вот шум самолетов по ночам мешает. Мне кажется, я знаю, где они. Как ты думаешь, им страшно? Я думаю, всем страшно. Но что-то заставляет их не сдаваться. А что заставляет не сдаваться тебя? Ну-ка давай, фотография для хозяина. Я уверен, ему понравится. Ты главное улыбайся. Скажи привет хозяину. Можно войти? Я так и думал. Зачем я спрашиваю? Тут и так все мое. Это. И это. Что это у нас здесь? Ты ее помнишь?
Она наверняка уже давно похоронила тебя. Но ты не волнуйся. У тебя есть новая семья, новые обязанности, которые ты не выполняешь. Новый отец, которого ты так часто в последнее время разочаровываешь. Как твоя спина? Все мои люди доводят дело до конца. И ты подаешь большие надежды. Но все еще боишься. Мы исправим это. Начнем с его тренера. Алло? Алло, кто это? Вы можете говорить? Алло? Алло? Неужели все было напрасно?
Уже светает. Но уйти, не разбив об тебя последнее стекло, было бы несправедливо. Еще один. Он с тобой? Какая разница? Это не имеет смысла. Гораздо важнее, зачем я здесь. Мне понравилось играть такого персонажа. Сама роль злодея мне всегда импонировала.
Came from rock bottom with nothing that I saw with wings. I am not stopping, I'm coming if it's more to see. Ignore the dream. Я считаю, это мой амплуа. Поэтому мне не составило труда сыграть в Ванесса Васильевна. Сценарий бойынша бред оқым, екрет оқым, түсінген жоқтым басын. Съемки длились сутками, и, можно сказать, задние сутки происходило столько моментов. Я очень сильно старалась, много раз перечитывала, репетировала дома перед зеркалом, даже были такие моменты. В принципе, как любой актер должен вжиться в эту роль, прочувствовать эти эмоции, это обстоятельство, эту ситуацию. Вот фильм-то, үлкен кісілерді көреді, жастарды көреді, ол бәрін көз қарасы әртүрлі, біреу енді өзіне керекті, керек заттарды алып деп ойлаймын. I'm a voice for the blood, the sweat, and the tears, and the anger built over years. Let oppression fuel your succession, get aggressive, get over fears. Raise your voice, a boost your projection, gotta make them eat what they eat, like it's Tyson Burst. Для меня вдохновение в плане триллера послужили такие картины, как «Опасный квартал», «Макс Пейн», «Как узнать своих святых», «Старикам тут не место». Сюжет сложный, и если тебе кажется, что к середине или к финалу начинаешь его понимать, тут возникают еще вопросы. То есть сюжет постепенно перерастает в суть, в философию всего того, что фильм хочет донести до зрителя. Допустим, образ моего героя, как все сразу замечают, идет от Брюса Ли и Джеки Чана. Прическа, одежда, манеры. И даже во время тренировок для подготовки к роли, чтобы быть более похожим на них, я набрал немного больше веса, чем весил Брюс Ли. Образ Адиля – это социопат со сломанной психикой, со своей предысторией. Стиль Медета – это ММА, это уличный бой, это что-то из бокса. В некоторых фильмах героя лишают голоса или снимают от первого лица, чтобы зритель лучше сопоставил себя с ним. И в этом фильме было решено, чтобы зритель лучше сопереживал героя, мы избавили его от речи и обыграли этот фильм. А также снимали местами от первого лица. А с первого друга? Время полседьмого утра. Мы с ребятами только-только закончили съемки. Это самые долгие съемки, которые когда-либо проводились у меня в жизни. С 10 вечера до 6 утра. Это просто ужас, мы очень устали. По предыдущему опыту, по предыдущим фильмам, мне часто даже на улице ребята или девчонки встречали, говорят, а я вас знаю, вы у Алишера снимались. Это уникальный опыт. Это ты видишь себя со стороны, ты можешь применить чужие эмоции и применить чужую роль в жизни. Мы показываем переживания каждого из героев. Каждый по ситуации, кто выбрал верный путь, кто выбрал неправильный путь. Зритель решает сам. Но на то он и триллер, чтобы для некоторых оставаться загадкой. Кстати, аутро тоже такая нелегкая штука. Чтобы сделать хорошее аутро, мы сначала записали Медета, боксующего на белом фоне. Столько всего намонтировать, перебрать, поставить разные эффекты, время замедления,
и многое другое, что получилось, что примерно получился вот такой вид. На фоне боксирующего Медета идут титры. Так все отображалось. Вот он прыгает. Так что титры делать тоже нелегко. Сегодня тот самый день, когда состоится премьера нашего фильма.